Мечтаешь о сильной команде? Покупай монеты на 15-ю и 14-ю FIFA у Крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи, это FIFA 15 Ultimate Team. И в связи с последними событиями, что у меня удалили всю команду, я решил начать новый режим. Ну как новый, мы будем играть за дно. Просто полное дно, которое выдало мне FIFA. И будем идти по сезонам. То есть я буду в сезонах играть только за эту команду. Не буду играть в сезонах вообще отдельные матчи какие-то. Если это будут какие-то другие режимы, я буду играть в других там всевозможных турнирах каких-то онлайн. А здесь мы будем играть только за одну команду и будем ее усовершенствовать по мере накопления денег. Давайте посмотрим, кто у нас здесь есть. Собственно, у нас тут есть один травмированный парень. Я сыграл один матч за эту команду в турнире против команды с составом Арсенала. Я выигрывал 1-0, на 89-й минуте парень сравнялся. И каким-то чудом, просто невообразимо, на последней минуте я сделал такой обалденный заброс в штрафную, и там парень ногой переправил за спину голкиперу, и я выиграл. Так, применим расходуемый предмет. Как вы видите, у меня вообще уже ничего здесь нету. Лечение. А, ну то есть этот парень у нас сегодня даже и сыграть не сможет. Понятно. Так, все. Спасибо за все эти подсказки. Так, ну давайте тебя тогда сменим. Поставим. Так, ЛП. Да, у нас здесь с выбором игроков тоже пока не шибко все гладко. Но ничего страшного. Ничего страшного, это весьма-весьма боевой состав, скажу я вам. И здесь большинство немцев, они очень здорово себя показывают. Конечно, жалко вот этого... А, нет, вот у нас форвард на 62, который с рейтингом, он просто, я скажу вам, тащер. Он раскидывал защиту карточек с футболистами Арсенала просто на раз-два. Ну и вот нашло нашего первого соперника. Написано «Премьер-лига», здесь английская команда. И Балотелли в нападении. Весьма-весьма опасный форвард, мощный, здоровый. Ну и Петр Чех на воротах. Посмотрим, что у нас получится, друзья. Ставим нашу любимую мощный прессинг и защиту, и погнали. Вот, Майер, вот он вообще зверь. Он расталкивает на раз-два и вот так вот не пробивает Петра Чеха. Умопомрачительно. Докс. Или Доц, как его там правильно. Петр Чех, уже у него под шапочкой вспотело все. Закрутка. И пока отбивается соперник. Еще удар. Ну мы просто бомбардируем со всех сторон, пока есть силы. Опасно, но это Балотелли, понятно. Здесь будет любой выход уже в нашу сторону. Вот такой вот обостряющий пас и 1-0. Ну, хорошо здесь получилось, конечно, этот пас на ход Балотелли. Эх, вот сейчас бы пас прошел. Ой-ой-ой-ой. Ну все, сейчас Балотелли понесется. Не получилось, Марио, да? Ох, как! Деман! Ушел! Еще подлагнуло я. Ох. Но здесь был хороший такой, ну, кажется, даже... Нет, угловой. Эх, не получилось. Ну! Нет, не лежит сегодня, не летит мяч сегодня в ворота соперника. Но есть еще много времени. Деман!
Ну, это штрафной и желтая карточка. Так и есть. Я не знаю, кто у нас может пробить, потому что Аарон Рэмси получает предупреждение на 71-й минуте. Я не знаю, кто у нас. Майер, ну давай, 22 метра. Посмотрим. А вот так вот, ну, забей, 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 забей. Офсайд. Ну как так-то? Ну уже казалось все. Мяч уже в воротах, нет. И порох в пороховницах тоже есть. Гол! Гол! Вот это гол, друзья! Вот это голешник! Получили мы свой шанс. И вот эти автографы на задницу нашей команды очень модные. Да, Рэмси, можешь предъявлять кому угодно претензии. Здесь было разыграно все великолепно. И как в бильярде. Майер закатывает мяч в ворота. Снова Дотс. Просто, просто невероятные моменты пошли, друзья. Это, знаете, раньше такого не было, когда в Ultimate Team играли. Бежать, бежать! И снова чех. Если бы не чех сегодня, друзья, ему бы просто штук 6, наверное, бы залетело. Но чех сегодня в ударе. Да, все. Финальный свисток, первый матч получился на радость зрителям, весьма и весьма интересный. Против такой команды действительно тяжеловато играть. Но у нас получилось показать достойную игру и сыграть 1-1. Было, мне кажется, у нас куча моментов, но Петр Чех сегодня блистал. Блистал просто на высшем уровне. Итак, первое очко у нас в 10-м дивизионе. Первая ничья. И давайте смотреть, как у нас там изменить расстановку. Я думаю, вот этого парня мы поменяем. А, еще не выздоровел, да? Есть у нас и Нецет, и вот разные форварды, в принципе, и полузащитники, и защитники. Но сыгранность хуже. Сейчас глянем. Так, применить тренировку команды. Нет у нас тренировки команды, придется тащить так. Наш второй соперник, форма Баварии, немецкий тренер. Ну и, собственно, вы видите все сами. Это практически весь состав Баварии, плюс три игрока из Боруссии. Жестко, немецкое порно, возможно, нас ждет, но ребятки, мы тоже не так просты, как кажемся. И что? Штрафной удар. Вот это интересно. Очень опасно. Уже на первой минуте. И сразу два футболиста немецкого состава улеглись на поле. Один-ноль. Никакого офсайда у Рибери нет. На скорости, конечно, нас дико делают. Но еще не вечер. Ну! Вальденфеллер! Еще раз. Какие-то невообразимые моменты летят к нашим воротам. Точнее, к воротам соперника.
Левандовский, но это 2-0. Тут как по накатанной от его ударов нашему вратарю. Считай, вратаря просто нет на воротах, если Левандовский дать так ударить. Ой-ой-ой, Деман, ты что делаешь? Тут надо было реализовывать. Ну что такое-то, парень? Давай еще ты тут будешь тормозить игру. Такое чувство, как будто он пытается сбить просто наш ритм. Гол Робина. 1-2. Наказывает он за ошибку защитника. И один гол мы отыграли. Майер. Перевод на Робина. Робин. Робин. Ну это что? Просто олень. Просто, я не знаю, ну как так можно? Главное не пропустить, друзья. Да вот что это? Вратарь просто стоит и смотрит. Это идиотизм. Это идиотизм. Просто стоит, смотрит. Робин, удар, нет. Вальденфельдер на месте. Нецет! Гол! Вот так вот Нецет вышел, и на 85-й еще один. Дайте сейчас Робину, просто Робину мяч. А этот парень сейчас начнет тянуть. Он уже, понятно. Вы посмотрите, друзья, это с таким-то составом. И сидеть, и бояться. Все понятно. За такое надо наказать. Эх, ну не получилось. Пять минут до конца. Нарушение правил, фол в атаке. Ну, я не знаю, мне кажется, судья не прав. О, ну понятно все. Он даже не дает нам выйти из нашей штрафной. Все, друзья, финальный свисток. Мы проигрываем, но проигрываем, мне кажется, знаете, очень достойно. И вот кроме как лошок, я этого соперника никак не могу назвать, потому что с таким составом мы выпустили одного Робина, и он сразу обоссался. Вот и вся его игра, друзья. Я надеюсь на ваши лайки, на вашу поддержку, на ваши комментарии. Мы будем продолжать, потому что сейчас в ближайшее время Ultimate Team будет, я думаю, только такого формата, но мне кажется, весьма и весьма интересно. Всем спасибо, с вами был Локи, до новых встреч, пока!